И снова здравствуйте! С вами последние новости. Стало известно, что букмекеры назвали шансы Бузовой и Шнурова попасть на Евровидение. Они оказались не самыми высокими. Эксперт портала «Рейтинг букмекеров» рассказал о шансах Ольги Бузовой и Сергея Шнурова представить Россию на популярном музыкальном конкурсе «Евровидение». У обоих исполнителей, как выяснилось, одинаково невысокие шансы поехать на песенный фестиваль – только 14%. С большей долей вероятности на «Евровидение» могут отправиться Юлианна Караулова, финалистка «Пятой фабрики звезд», и певица Манишка. Их шансы оцениваются примерно 20%. Кроме того, неплохие шансы оказаться в мае 2019 года в Израиле у Басты, Элджея, Монеточки, Гречки, пишет агентство «Москва». Напомним, не так давно фанаты группировки «Ленинград» в очередной раз предложили Сергею Шнурову поехать на «Евровидение». Произошло это после двух аншлаговых концертов. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были последние новости.